мнением Конституционного суда номер 134 от 5 ноября 1998 года два срока президентских полномочий подряд составляет конституционный предел, превышение которого Конституция не допускает. Причем сроки подряд — это сроки времени, то есть не более. Путин не может занимать должность после 2008 года. Вот это однозначное такое толкование статьи. В 2012 году у Путина был первый срок полномочий, а сейчас у него будет второй срок полномочий. Потому что был перерыв. Это самотолкование, преступное самотолкование. Такого толкования нет ни в одной статье Конституции, и ни в постановлении Верховного суда нет такого. И правила русского языка противоречат этому. Потому что там общее отрицание не стоит перед сказуемым, это означает общее отрицание. А в общем отрицании слово «более» означает «после», «впоследствии». После двух сроков подряд, после 8 лет не может занимать. После 2008 года Путин не может занимать должность. Невозможно терпеть, что происходит в стране. Потому что эти люди уже просто потеряли всякий и стыд, и страх, и все, что только можно. Да, те вещи, которые они делают, та коррупция, те войны, которые они развязывают, да, то отношение к людям, посадки невинных людей, уничтожение какого-либо, какого-либо права, какой-либо свободы, какой-либо справедливости в нашей стране, это невозможно терпеть. Невозможно на это все смотреть и терпеть.